Chess.com is here with Grandmaster Jan Nepomniachtchi. There's a couple of moves I'd like to ask you about today. What was your thinking behind the move b5? Just a blunder. So, but I mean, maybe after h4 c4 it's slightly better for white. But I mean, instead of h4, I could just I don't know, rotate with my queen, like queen f6, queen queen d6, intending rook e6. So this was obviously an equal position, and also I think in the opening after queen e1, check queen e7 was the fastest way to achieve the draw. But yeah, somehow it was a strange game. Yeah, people were wondering about the move h5, and of course king f8 instead of queen e7. Would you say you were trying to win a little bit too much today? Not really. So h5 is, I think, quite a smart move, which in similar positions is suggested by some of the engines, I believe. Yeah, I mean, obviously, at some point I started doing some weird things, but yeah, it was very unnecessary game. And finally, Bobby Fischer came back from a two-game deficit. Of course, he had a lot more games remaining in the tank. What's it going to take for you to make a comeback? Well, first of all, play normally, like not like today, but I think in general, nothing is decided yet, so just get to find my play and see what goes. Thanks, as always, for your time. Thank you. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители шахмат. Специально для Chess.com.ru я, Владимир Добров, сегодня рассказываю вам о 8-й партии на первенство мира, которая сегодня случилась между Магнусом Карлсоном и Яном Непомнящим. Ну что, друзья, непростой сегодня день для российских болельщиков, забегая вперед, но пока карты я не буду открывать. Будем смотреть партию. Было очень интересно, сможет ли Магнус Карлсон закрепить свое преимущество белого цвета, белой выступки. И сегодня дебютная часть, во всяком случае, сложилась следующим образом. Итак, переходим сразу к партии. Последовал сегодня ход королевской пешки. И неожиданно, опять-таки, русская партия, точнее, скорее, ожиданно, но вариант с d4 сегодня был разыгран, и был разыгран симметричный вариант. И вот в этой известной достаточно позиции Магнус сделал ход, который многие не то чтобы позабыли, но, тем не менее, ход имеет место быть. И, как сказал Магнус впоследствии на пресс-конференции, я сегодня хотел играть как можно проще, как можно крепче, без осложнений. Ну и, по сути дела, оказался он прав. Итак, после хода конь d2. У черных здесь несколько возможностей. Одна из них – взятие на d2. Такие также возможности, как и f5, разбираются, в том числе слон d2. И очень быстро Ян отреагировал слон d6. И вот, несмотря на то, что позиция совершенно симметрична, ситуация на доске не такая простая. Все-таки в любой симметрии имеет место быть так называемый темп. Все мы это знаем еще с детских времен, когда нам рассказывали, что рано или поздно всегда что-то заканчивается либо шахом, либо каким-то съедением. Но, в общем-то, что случилось в этой партии? Давайте смотреть. У белых был шаг на e2. В этом случае, видимо, черные играли бы ферзь e7 и отбивались в простых достаточно позициях. Но нет, Магнус сыграл 2-0, и вот здесь надо сказать, что я сыграл достаточно быстро. Сыграл быстро и, я бы сказал, неосторожно. Сыграл h5, вот такой вот ход неожиданный. Ну, чисто психологический ход можно отметить в каком плане? То, что белые в целом хотели ворваться на h5. Скажем, после 2-0 уже неприятно ферзь h5. Мы видим, сразу конкретика начинает наступать, угрожает взять двух пешек, и вот f5 уже совсем не хочется играть. В этом случае белые занимают, скажем, линию e, затем слон g5 уже играют. Здесь уже можно говорить о некоторых серьезных перевесах белых. Ну, поэтому, ну, естественно, ход g6 здесь невозможен из-за потери пешки центральной. Вот, поэтому чисто психологически ход h5 понятен, то есть сделать его, в принципе, разумным можно. Вторая опция была у черных вывести ферзя на f6, напасть на пешку d4, или, быть может, даже самим попытаться ферзем на h4 выскочить.
Ну и в этом случае у белых появлялись возможности, связанные с ходом ладьи Е1, тогда черные, скорее всего, оставались без рокировки. Ну и большой вопрос, была ли эта позиция проанализирована в лагере Яна, или это была все-таки домашняя импровизация, точнее не домашняя, а уже импровизация за доской. Большой вопрос. Ну, во всяком случае, комментаторы практически все ознаменовали этот ход как не очень удачный. Тем не менее, после h5 последовал, после очень длительных раздумий, Магнус задумался и сделал ход ферзь e1. Опять-таки на конференции он опять-таки сказал, что h5 для него, не сказать, чтобы каким-то сюрпризом являлось, но он хотел играть нарочито крепко. Ферзь e1, предлагая черным сыграть ферзь e7. В этом случае, видимо, белые продолжали бы взятием на e7. Быть может, еще какой-то дополнительный плюс имели. Итак, ну, после хода король f8, слон b4 последовало. Ферзь e7, взятие на d6, ферзь d2. И вот единственный минус этой позиции – то, что черный король пока находится вне игры. Ну, вполне возможно, что черным стоило попробовать здесь сыграть g6, слон g7. Но пока Ян сыграл ладья e8. Отложил вот этот вот переход, улучшение позиции короля и решил активизировать ладью через поле h6. После этого ферзь g5, c6, позиция не выходила за рамки равенства. В целом все было крепко, надежно. Белый сели на e8, слон e8, и здесь сыграли спокойно ладья e1. Ферзь f6. Опять-таки, ничего совершенно не происходило. Ферзь e3, все очень спокойно. Слон d7, h3, прошу прощения. И после h3 черные сделали ход h4, c4. И вот здесь возникла критическая позиция. Черные взяли dc, слон dc4. И здесь невероятным образом Ян допускает грубейшую ошибку, по сути дела, которая стоила ему как партии, так, возможно, уже и матч. Но об этом говорить пока еще рано, впереди очень много партий. Тем не менее, ход, который сделал Ян, ну, до него, в общем-то, не так просто додуматься. Не знаю, с чем это связано, психологическая какая-то усталость или физическая. Тем не менее, сделал ход b5, грубейший просчет, после которого белые имеют огромный перевес. Сейчас мы все это разберем. Но, тем не менее, вместо хода b5, то есть у черных было масса простых ходов, в частности, просто надо было уйти королем, от, защититься от единственной угрозы белых. То есть в этом случае единственная угроза белых заключалась в том, чтобы они, что они могут съесть пешку на а7. После хода король g8, да, позиция хоть несколько пассивна, но ее можно спокойно держать, потом ферзь можно на d6 отправлять, на d6, ладью на f6, выбираться потихонечку. В целом пешка на d4 тоже слаба, ну а если белый проводит d5, то после b6 или b даже cd, слон d5, b6, ничего совершенно опасного в этой позиции нет. Ну и вот что, что же произошло после хода b5? После b5 просто последовал шах и выяснил, что в случае король g8, как было в партии, так же, как и в случае ферзь d6, белый съедает пешку на a7, и слон неприкосновенен из-за шаха на a8, это конец партии, так же, как и после хода король g8 сразу. Но, на мой взгляд, все равно надо играть ферзь d6 и защищать позицию после ферзь a7 уже более агрессивно, может быть, ходом g5, пытаться создавать какие-то встречные курсы. Но так не последовало. Ян, опять-таки, почему-то очень зажато сегодня смотрелся. После ферзь a7 провисает слон. А в случае слон бьет h3, белые могут позволить себе перейти вот в такой вот эндшпиль, который весьма для них приятен, скорее всего, близко к выигранному. Ну, что можно сказать? Вот такая трагедия, можно сказать, другому не скажешь. Пришлось Яну уходить ферзем d8. После слон b3 у белых здоровая лишняя пешка. Прекрасное положение фигур. И здесь еще один точный ход ладья e4, который создает угрозу как взятие на h4 с последующим ферзь b8, так и угроза ладья f4. Много функциональный ход. И после слон e6 последовал достаточно такой мгновенный переход в ферзевый эндшпиль, который, конечно, можно оценить как тяжелейший. И здесь у белых возможности организации проходной по линии А возникают, поэтому приходится еще отдавать
и приходится давать еще одну пешку. Ну, а здесь Магнус, конечно, своего не упустил. Две лишние пешки ферзевого матчпиля. Это очень большой перевес, и по большому счету здесь уже ничего прям-таки страшного и хитрого не последовало. Пытался Ян хоть что-то придумать, пытаться открыть короля и давать ему, возможно, какие-то лишние шахи, но здесь, конечно, слишком много всего лишнего. Ну, вот такая вот ужасная, по-русски говоря, партия произошла. Казалось бы, что после дебюта, после начала, после этой симметрии все быстро завершится мирно, но что-то пошло не так. Ян, я думаю, что сам до сих пор не сможет ответить на этот вопрос, но, вероятно, что-то очень глубоко. Ну, осталось, говорится, гадать. Мы, говорится, здесь можем лишь предполагать, друзья. Ну, а впереди еще несколько партий. Завтра выходной день. Будем надеяться, что за этот выходной день пора уже Яну восстановиться и показать свою действительно фирменную игру, пока, по которой мы очень соскучились, которую мы не видели в этом матче пока совсем. Ну что ж, друзья, всем спасибо. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока.